Всем привет, с вами мистер Феникс, и сегодня я продолжаю играть за Лего мой видеогейм. Это уже 10-я часть. Прошлая серия закончилась на том, что нашу подлодку утопили, и каким-то образом у меня скипнулась катсцена, где нас спас вот этот вот пират. Не знаю, найду ли я его. Ну, короче, крутой такой большой пират, железная борода. И сейчас, получается, нужно как-то в Октановую башню попасть. Понятия не имею, что это. Так, стучим. Деньги! Нужно больше денег. Так, одна инструкция. Тут 5 инструкций. Я не знаю, как я это буду строить. Это что-то страшное. Так, куда дальше? Может, диван разбить? Нет. А, Бэтмен. Давай, стреляй. Как строить? На Б. Я забыл уже. Так, теперь двигаем диван. Вот так вот. Теперь нужна дикарка. О, деньги! Так, синие монетки залутал. Отлично. Так, тут Бэтмен уже нужен. Ага, лесенку сейчас построим для них. Я думаю, тут все поломать надо. Ну, так, чисто на всякий случай. Вот, не просто так, оказывается. Значит, надо было все-таки ломать все. Так, Бэтмен, цепляйся. Да не за это. Вот, цепляйся. Ой. Так, спамим Б. Опа. Ой, ща рванет. Это порох, да? А, мы нить подорвали. А зачем? Чтоб камерой видеть, я понял. Так, строим что-то. Ага. Получается, я должен опустить нос корабля? Ага. Вот оно как. О, акулы. Миленькие. Какой шанс того, что они меня смогут загрызть, пока я иду? Ага. Вопрос, а где все остальные? Там же вроде этот еще был. Как его звали? Ну, синенький такой. Космонавтик. Амогус, короче. Видимо, я этого не вспомню. А, еще кисонька была. Но я так и не понял, где они. А, вот она. Так, я думаю, опять все ломать надо, раз тут все поломано. Оп, я инструкцию вижу. Ага, лесенка. Так, короче, сейчас нужен Эммет. Иди сюда. Так, мне нужен Эммет.
Опять. Давай, бури. Так, ты не умеешь строить. Бэтмен, давай строй. Ну и сразу тогда используешь крюк. А, что это сейчас было? Ладно. О, сокровища радужные. Сюда кисоньку надо. Так, Б. Ага. Присоединяем. И крутим. О, все. Своеобразный лифт есть. У кисоньки морская болезнь, она аж позеленела вся. Так, прыгаем. Вот эта железная борода. Так, 4 инструкции уже есть. Нужна сейчас 5-я. Так, что мы строим? Пушка. Как она залезла в пушку так? Ага, все, все инструкции есть. Так, теперь нужен Эммит. Б. И сейчас будет супер жесткая постройка. Мне кажется, я все деньги тут потеряю. Это чё? Ага. Вот так. Вот так. Там же 5 этапов сейчас будет. Так, вот это. Вот это. И труба. Так, теперь палка. Угол. Что это? И вот эта штука. Угу. Ой, все, сейчас будет самый жесткий этап. Так, что ты такое? Здесь почти одинаковые детали. А, что это? Это вот. Во, построил. Правда, потерял много? Ну да ладно. И так сойдет. То есть мы сейчас летим в Октановую башню. А типа ничего то, что... А, понял. А им вообще пофиг на турели. Так, как-то трудно им управлять, если честно. Так, 15 роботов убить надо. А в смысле? То есть его пули не берут? А просто маленький огонь под ногой, все смертельно. Но он вроде сильный, а вроде не сильный. Неплох, неплох. А вместо того, чтобы прыгать, он бьет ногой. Прикол. Так и последний. Так, теперь эти высаживаются. Я уже вижу, что сюда Эммита надо. Сейчас будешь бурить.
Бурим. Так, теперь что-то строить надо. Да? А, нет, здесь подорвать надо. Серебряные блоки Лего. И опять роботы. Ну, ё-моё. Так, дикарка, иди сюда, ты будешь сейчас паркурить. Вот так. Ага. А, это лифт просто активировать. Понял. Так, тогда Бенни. Да, его Бенни зовут, оказывается. Иди сюда. А, мне нужно взять кого-то, да? Ой. А как? А, понял. Так, почему Бэтмен, если там нужен Бенни? А, нет, там не нужен Бенни. Понял. Так, Бэтмен. Паркур. Так, вот теперь вот сюда. А, он не достает. Тянем. Так, строим теперь. Вот это и вот это. Это для Бенни консоль, скорее всего, будет. Потому что очень похоже на нее. Ага. Теперь Бенни нужен. Давай, сейчас будет жесткий взлом. Так, тут два ядра, одна вот эта штучка. Это не должно быть сложно. Так. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Синяя монетка. Все, сейчас загружу вирус. Отлично. А мне это чем-то напомнило одну игру. Тоже про Лего. Вот этот момент с дверями. Так, серебряная борода, иди сюда. Вот так вот, вот так вот. Там деньги, мне нужно деньги собрать. Деньги. Не исчезайте, нет. Блин. Эта дверь сейчас реально как в Лего Звездных войнах была. Ё-моё, где мы? Ну, стальная борода вообще имба. И серебряные блоки ломает, и микроменеджеров с одной тычки сносит. Так, это чё? Так, чё мне надо сделать? Не совсем понятно, что мне нужно сделать. Так, тут ничего. Тут сохранялка. Так, я уже знаю, что лучше сохраниться на всякий случай. Да ё-моё. Так, сохраняемся.
Так, я сохранился. Осталось убить роботов. Вот этих вот. На, по лицу. Ну все получается. А дальше что? Опа. Я могу просто в него выстрелить? Значит, нет. Не могу камеру повернуть. Жесть, что меня так сильно продамажило? Давай, тяни, тяни. Ага, теперь мне взять кого-то и вот так вот кинуть. Отлично. Так, я так понимаю, из этого что-то можно построить. Оп. Оп, оп. Скорее всего, лестница или лифт какой-нибудь. Это классика. Угу, лесенка, ступеньки. Так, Витрувиус, иди сюда. Я уже вижу там огонь и синюю дорожку. Так. Сюда вот. Мне надо сейчас понажимать на кнопки. Тайный стук здесь, правда, по мне стреляют. Да не, с кайфом. И меня убили. А чё так много монеток с меня выпало? Эй, отдайте, отдайте, отдайте. Так, борода, иди сюда. Ой. Мне нужно то, чем можно выстрелить в эту штуку. Я могу взять кого-то из своих? Нет? Так, ладно. А, зачем? Мне просто Бенни нужен. Сейчас он, по идее, может запрыгнуть туда, взломать вот эту штуку. И что-то будет. Так, сколько здесь будет? А, здесь, в принципе, то же самое. Тут легко. Так, монетки. Мне нужны монетки. Монетки — это хорошо. Правда, здесь карта какая-то не очень хорошая. Угу. Вот так вот. Так, теперь мы сейчас к бороде надо спуститься. Он сможет взять вот этого и кинуть вот сюда. Ага. Только мне интересно, зачем тут прям отдельный подъемник для таких больших вещей? Ну ладно. Как он крушит все ногами. Давай. Не, ну это реально имбовый перс. А, это типа мир Лего, но здесь вот это вот музей всех вещей, которые упали к ним. Как-то. Здесь получается калькулятор, дискета, там пружинка, ластик. Так. Я думаю, что лазер убивают моментально. Поэтому лучше не умирать. Ластик. Огрызок от яблока и еще что-то. Деньги.
что это там дальше идет? Макароны, что ли? Так. Сверлим, как соседи. Так. Вот это вот. И вот это вот. И что это получается? Пружинка. Простенько. Ай. Ключ. Ага. Ну тут опять что-то собирать надо. Но я уверен, что мы сейчас лазеры отключим как-нибудь. Это что такое? Что это? Катапульта? Или как это называется? Так, и как дальше? Ага. Нет, не ага. И чё, как? А, опять? Только здесь? Ага. Ноль, два, пять, шесть, девять, семь. Даже с точкой надо написать, ё-моё. Ноль. Точка. Два, пять, шесть, девять, семь. Так, кабель идет. Все, они отключились. Фольга у нас. Ну, осталось только Бэтмену ее спустить. Так, все, у нас фольга есть. Так, я понял, они хотят замаскироваться, короче, куда-то попасть. А мы дальше можем там? Значит, нет. Motion sensors triggered in sector 12. 10-4. Uh-oh. Are you thinking what I'm thinking? Do it. Metalbeard, that was awesome! First law of the sea. Never place your rear end on a pirate's face. I am the computer. Cool, talking computer. Please disable the shield system. Of course. There are no movies in your area with that title. Проникновение в Октановую башню. Уровень пройден. Ну, а на этом я буду заканчивать. Так, много денег. 44% только. Инструкции золотых 0. Кубик 1. Угу. Ну все, на этом я заканчиваю. Всем удачи, всем пока.